Положительные эмоции. С утра, время 6:30, 3 марта 2023 год. Братаны, а братаны, играются с утра, хозяина радуют. А? Давайте завтракать вкусняшки. Как меня папа учил, прежде чем самому кушать, покорми животных. Давайте, это вот у них из черного бархата, это вот как пробковое дерево, такая кожура, у них... как теточка. Давайте, мои хорошие. Что у нас сегодня? Курица в желе будет. Говорят, химия. Вернее, не химия, а говорят, как его, соя. Блин, как камеру начинаешь снимать? Так. Что-то плохо открывается. Давайте, мои хорошие, сейчас я по половинке вам дам, чтобы... Давай, сюда. Полюбили они. Лосось любят. С этим соусом что-то не очень. А вот... вот такое классно кушают. 75 грамм у нас в Уссурийске. Стоит 26 рублей, там 26 рублей, 25 рублей в зоомагазинах. Классно. Давай сейчас я тебе еще вот это сделаю. Давайте, мои хорошие, и пойдете на улицу птичек ловить. Позавчера голубя поймали там на днях этого долбоносика. Молодцы котики. Давайте, мои хорошие, приятного аппетита. Друзья, рекомендую, ну, кто мудрый по жизни, держит каких-то домашних животных дома. Ну, вот я помню, пристраивали мы 6 котиков, 4 котика весной, котят от кошки Муси, и 6 котят. Осенью от кошки Муси. Что столкнулся? Ну, у кого-то есть животные, понятно, тому уже не надо. А в основном люди уклоняются от лишних забот, там, шерсть, убираться, ответственность, кормить, там, расходы. Друзья, ну, не знаю, посмотрите на эту жизнь как-то по-другому. Должны быть положительные эмоции. Ну, понятно, что есть дети, на детях концентрация. С детьми бы с маленькими справиться, да? Но, не знаю, надо расширять горизонты. Животные, умные животные, когда с ними на контакте, они перенимают привычки хозяев, умных таких же. Они классные. Это положительные эмоции. Положительные эмоции – это лучшее лекарство от всех хронических заболеваний, от всех старческих заболеваний. Опять же, это в детишках воспитывает доброту. Поэтому посмотрите немножко на это с другой стороны. Это классные хлопоты. Это здорово. Ну, хорошо. На YouTube-канале Владимир Стороженко, в принципе, там много есть таких видео. Они немножко, может быть, длинные. Может быть, они и так не очень качественно сделаны. Как бы с одного дубля, да? Но я, в принципе, продумываю сценарий, о чем сказать, зачем сказать. Какой призыв к действию делаю? Вот призыв к действию, положительные эмоции. Потому что хватает. Жизнь. Кто его знает, когда Господь выключит кнопку? Вот просто. Ну, люди до 50 лет, бах, и кнопка выключена. Трудяги. Люди-трудяги. И бах, до 50 лет кнопку выключили, да? В такие моменты, ну... Задумываешься о жизни, понимаешь, что и нервничаешь, и раздражение бывает, когда что-то идет не так. Поэтому, друзья, надо окружать себя положительными эмоциями. Ну и каждый использует свою профилактику. В мире там профессор Чижов Алексей Ярославович, с ним знаком лично, сказал, ну, профессора-то знают статистику,
700 методик оздоровления и омоложения. Каждый выбирает свое. Кто-то занимается гимнастикой, кто-то занимается йогой, кто-то занимается дыхательными упражнениями, кто-то принимает БАДы, кто-то дикоросы, кто-то травы. Кто на что горазд. Молодцы. Лишь бы это было вот на душу легло, в голову попало, в сердце, да, и в добрый путь. Дай Бог, чтобы всегда помогал Создатель, да, вот, с молитвой, с добрыми помыслами, ну и, конечно, трудиться. Когда ты трудишься, ты уже только закончил работу, уже думаешь о следующей работе, и уже что-то планируешь, уже думаешь на опережение, наперед. Это, конечно, держит нас в этой жизни. Работа, ответственность, подготовка к работе, закупка оборудования нового, там, ингредиентов для работы, да, если можно так сказать. Это классно. И положительные эмоции. Положительные эмоции, профилактика, постановка цели, ощущение себя нужным в этой жизни. И дай Бог, чтобы Господь продлил наши годы. Дай Бог вот активного долголетия. Помогай Бог, YouTube-канал Владимир Стороженко. Вот, в принципе, об этом 2600 видео на моем YouTube-канале Владимир Стороженко. Были времена, когда все уже думал, все. Уже вот с горы здоровья, уже все. Там не мог поднять ведро воды, ноги не держали тело. Но получили еще шанс. Вот, друзья, товарищи порекомендовали. В третий раз я их не понимал. Два раза я знал про это. В 2009 году, в 2013 году считал, что я все знаю, что это все невыгодно, что это невыгодно рекламировать, что это дорого. Когда все это посмотрели, что это, ценность, какое качество, оказывается, везде это стоит в 19 раз дороже. В 2025 раз дороже. Я про БАДы компании Full Life Research, исследования для жизни, 4life.dv.ru, 4life.com. Загуглите трансферфактор в спорте, трансферфактор в педиатрии, трансферфактор при беременности, ключевое слово трансферфактор, трансферфактор при онкологии, трансферфактор при инсультах, при инфарктах, трансферфактор при ДЦП, при эпилепсиях, при аллергиях, при сахарном диабете. Трансферфактор молекулы – это молекулы иммунной памяти из молозива коров и яичных желтков, которые делают иммунную систему компетентной, а компетентная иммунная система или повышает иммунитет, или немножко супрессорная функция понижает иммунитет. Это при аутоиммунных заболеваниях, при сахарном диабете, при псориазе, при красной волчанке, при всех аллергиях, при всех отеках квинки, когда возбужденный иммунитет и взбешенный иммунитет, его надо немножко принизить. Но опять же, в то же время не подхватить в это время какой-то вирус там, при каких-то там при большом скоплении людей, да. А вот именно БАДы компании Full Life Research на основе молекул иммунной памяти, они как раз вот и делают иммунную систему компетентной, а компетентная иммунная система является панацеей и является как матрица здоровья, да, вот как здоровье, как в 20 лет, когда вилочковая железа у нас в самом расцвете сил, да. Знаете, проясните, что такое вилочковая железа, не буду читать лекции. Все, молодцы. Ну все, завтракаем, мы на работу, сутки через сутки, 56 лет, держу темп. Но опять же, Господь может выключить кнопку в любой момент, никто не застрахован. Все, помогай Бог. Желаю, чтобы в ваших семьях был детский смех, родительская мудрость, перспектива во всех сферах жизни, верные друзья и несколько источников дохода. YouTube-канал Стороженко Владимир, плюс 7-924-123-24-44, с WhatsApp, с Telegram, плюс 7-914-974-45-45. Найдите какое-то себе хобби, чтобы вот отвлекаться, получать удовольствие. Кто-то рыбачит, кто-то охотится, кто-то там крестиком вышивает, кто-то вяжет, кто-то шьет, кто-то рисует, кто-то ножи китает. Вот. Помогай Бог. Рад быть вам полезным.